Это футбольный клуб «Россиянка». Давайте посмотрим на это. Девушка. Добрый вечер. Скажите, а вы как болельщик «Россиянки», чего ждете от матча? Ну, я думаю, «Россиянка» выиграет. А как вы думаете, кто сегодня приехал поддержать команду? Здесь все, кто по кайфу. Дагестанские москвичи, московские москвичи, тунгусы, чеченцы, кабардинцы. Обстановка по кайфу. Ясно, спасибо. Удачи вам. Салам. Теперь перемещаемся в раздевалку женскую и смотрим, что происходит там. Что вот женский раздевалок? Ну, как всегда, тут красимся, да? Кто что делает вообще у нас тут? А где у нас все? Вечно все тут опаздывают, да? Вообще, что происходит? Ну, вот все как всегда, ничего не меняется у нас, да? Вот скоро уже опять игра у нас, а никто не торопится. Вон Широкова тащится еле-еле. Не говори. Ой, Киржакова. Ой, Аршавина тут. Наконец-то. Мне, наверное, меньше платят, имею право. Ну что, всем сморит тут, нет? Как обычно. Кокорина, ты где там? Я думаю, стоит обсудить игру, девочки. Ну, начинай, Гонбеева. Берез, я сама, если честно, не знаю, что говорить-то. Ты не знаешь, что ты начинаешь. Может, там Широкова там скажет отдельное. Я говорю, что не надо вообще ехать. Вот пусть теперь Аршавинова мозги делает. Это ваша проблема. Вообще-то на тебя вся страна надеялась, поддержку ждала. Это их проблема, что я не оправдала их ожиданий. Вообще. Надо мне почаще мест давать в руки. Я пью и сливаю. За что? Для этого, что дома. Еще по воротам попадать бы. Вы сильнее пьете, чем пьете. Точняк. О, наконец! Аршавин, видите, я должен учиться с мамой. С фабриком бит, с мамой и телеком бит. С Шуриком бит, с Шуриком бит. С какой ты телеком бит. Как бы смешно и грустно не было, но нам есть чем гордиться. Пример тому Лев Яшин. Единственный вратарь, которому удалось завоевать золотой мяч. И мы гордимся им. И много побед СССР. Мы уверены, что громкие победы сборной России и нашей славянки еще впереди. Ведь мы никогда не отчаиваемся. Ну а пока это... Начали пить. Аплодисменты! Ух!